К 12 часам дня в сквере Карла Маркса развернули праздничную ярмарку предприятия общественного питания и торговли Брянской и области. Сдобные булочки, кондитерские изделия, разнообразные напитки, шашлык – все это многообразие блюд прекрасно дополнили кулинарные шедевры армянской, азербайджанской и украинской кухонь. Праздник осенний, прекрасный, очень хорошее настроение, концерт прекрасный здесь. Все хорошо. Празднование Дня народного единства в советском районе началось с масштабного митинга, в котором приняли участие сотни жителей города и представители областной власти. Вместе нам, в едином кулаке, лучше создавать, проще. И получается лучше, и дела делаются хорошо, и результат получается отличный. И сегодня, празднуя, молодой еще праздник, День народного единства, поздравляю всех наших дорогих жителей, наших земляков с этим праздником. Хочется пожелать добра вам, благополучия, успехов. Это наша история, это наши корни, и мы должны это возрождать, чтобы наши дети, наши внуки помнили, что Россия всегда сильна, тогда, когда она вместе. После многочисленных поздравлений и выступлений, в которых неоднократно отмечалась значимость Дня народного единства, на сцену поднялись участники Всероссийского конкурса по истории. Ученики 59-й, 46-й, 13-й и других школ города. В торжественной обстановке школьникам и их научным руководителям были вручены благодарности. А в завершении митинга для жителей города выступили музыкальные коллективы Брянска. Уверен, что сегодняшнее восстановление традиций наших поможет отстоять нашу Россию. Процессы идут объединительные, очень стремительно и быстро в последнее время. Яркие выступления песенных и танцевальных ансамблей, удивительная многообразная кухня разных народов, а также торговля сувенирами, украшениями и игрушками сделали праздник ярким, масштабным и запоминающимся. Екатерина Зодина, Максим Кузнецов. События Брянск.